Курочка счастья. Пусть жизнь несправедлива и не оставляет пространства для маневра, хотя все-таки оставляет. Но я могу присылать тебе перышки счастья, белые, пушистые, невесомые, для которых не существует материальных пределов. Так подумал ты, получив мое письмо, в котором я предлагала вернуться в пространственно-временные границы, пространственно-временного континуума. Шли, конечно, перышки все лучше, чем ничего, а я, пожалуй, пойду своими земными ногами по земле, чтобы найти быстро бегающую, живую, еще не ощипанную, курицу своего счастья в этом мире. Курица счастья.